На вопросы будущих мам о беременности и подготовке к родам ответят специалисты Лапинского госпиталя в рамках Дня открытых дверей. Кроме того, о порядке оформления документов на новорожденного малыша, об оказании комплексной услуги рождения ребенка расскажут представители ЗАГСа. Мероприятие пройдет 10 октября в 12 часов в клиническом госпитале Лапина. Необходима предварительная запись.